Ведь детский садик провожает своих детей, выпускников. И нам сегодня трудно говорить. И нам остается лишь вас просто удивить. Встречайте, поскорее к нам спешат. Прекрасные, задорные, классные, стиляги первоклассные. Thank you.
необычные в одежде, зрители сидят на одежде. Учителям что ожидать? Что сумеют показать давних лет мы отголоски? Платья модные, прически. Но не только внешне классно, внутренне мы все прекрасны. Стильно мы себя ведем, песни модные поем. В стиле бабушек свободно, танец мы станцуем модно. Детский сад им подведем, в школу сильными пойдем. Хорошо учиться стильно, чтоб поименно и стабильно. В школе мы не заскучаем, мы уверены, мы знаем. Мы в учении кропотливы, ведь не модно быть ленивым. Будет стильным поколением, в этом даже нет сомнений. Сегодня с утра интересный, то мне грустно, то радостно вдруг. Не узнать мне сегодня, наверное, ни друзей, ни вчерашних подруг. А в приемной все волнуются наши девочки вновь. Валик.
навсегда. Играть на он.
Завтра настанет пора расставания, и завтра я в садик уже не приду. Но хочется очень сейчас на прощание мне вспомнить, как весело жили в саду. Нельзя ли в детство заглянуть хотя бы на несколько минут? Почему же нельзя? В этот праздник все возможно. Стоит лишь поставить нужную пластинку, и мы переместимся в любое время и в любое место. Заводим старый наш волшебный граммофон, и музыку детства сыграет нам он. Ой, как время далеко назад отмоталось. Посмотрим, с чего же все начиналось. Загляните в детский сад. Да, увидеть каждый раз. Здесь игрушки аккуратно, как по струночке стоят. Мы поем и мы танцуем. Очень весело живем. На прогулку ходим друга. И тихонечко растем. Наши мамы нас отводят. И спокойная душа. Потому что нас встречают. И Богу виновата. Ну, дайте заботу. Вас унесешь и тепло. В сад пришли бы и субботу. С вами так хорошо. Поздравляю вас сегодня. Мы хотим пожелать. Всегда быть тебе красивой. И кстати, улыбать. Кстати, здравствуйте, здоровья. Мы зираем матушу. Пусть исполнится одежда. Пусть сбываются мечты. Ну, а мы вам обещаем. Ты будешь пиять. Потому что мы вас любим. И не будем огорчать. А у меня Нача. А у тебя Нача. Thank you.
спасибо! Спасибо! Они нам напомнили, какими мы были маленькими. Папа! Дорогие малыши, тосковать без вас мы будем. Верьте, вас не позабудем. Вам помашу на прощанье. До свидания! Thank you.
Подержи мы его, питомца. Смотри, чтобы не улетел. Так, это здесь требуется высококвалифицированные воспитатели, да? Со стажем. Правильно? Замечательно. Я надеюсь, вы знаете, как меня зовут, да? Да. Да. Меня зовут мисс Эндрю. А тебя как зовут? Меня Ариша. Ариша. Никогда не одобрял такого имени. Кальпи у тебя очень яркая. Вот в мое время дети носили все одинаковые платьишки. Серенькие. Да. Что-то яркий такой. Я решила, что надо вас лишить сладостей и наказать. За что? За что? Ну, за что? Благодарю вас, мисс Эндрю, но я вас воспитываю немножко по-другому. А вас, Милочка, я не спрашивала. Что это такое? Как это вы можете мне так отвечать? Это что такое вы? Простите. Я считаю, что здесь нужно другое воспитание. Так, здесь есть заведующая детским садом, да? Где заведующая? Нет. Не вижу заведующую. Где она? Где? Не вижу заведующую. Так. Я так думаю, что нужно ей передать, что в вашем учреждении форменный беспорядок. Вот она, милочка. Иди сюда, сходи, сходи. Я вот и обращалась как раз к тебе. У вас здесь форменный беспорядок. Клумбочки, цветочки. Это такой рассадник. Аллергия? Но мы так любим цветы. Прекратите. Лучше залить все бетоном. И будет замечательный дворик. Какие-то дамские глупости говорите. А вот эту особу я вам предлагаю уволить. Да. Потому что удалить ее вообще из этого зала. Да. Ой, ерунда какая-то. Я этим займусь. Я надеюсь, вы меня возьмете на работу, а пока я займусь воспитанием детей. И я, наверное, даже не знаю, с чего начну, но... Если наши дети будут и собираются в школу. В школу? Да. Это вот эти тут. Вот эти маленькие детишечки в школу готовы. Нет, нет, я так думаю, что в школу они еще не готовы, но хотелось бы проверить, может быть, действительно чему-то вы их научили. Каждый наш день приходил по порядку. Утром прием, чуть позднее зарядка. После занятий ребята гуляли, после обеда всегда отдыхали. Перед уходом играли в игрушки, выросли быстро друзья подружки. Года прилетели, как сказочный миг, и вот перед вами стоит выпускник. Все для гостей, для родителей, друзей. Представляю детский сад, деньги жизни дошколя. Завтраком заняться рисованием, математиком, поучиться каждый раз. Все ребята знать хотят. Спасибо, ребята. Смотрите, как дети наши знают буквы. Ну, проверим. Проверим, что-то мне не верится, что они что-то знают. Итак, ребята, мы загадываем загадки, вы отвечаете, а дети, которые с буквами, должны построить это слово. Вот всех, я и проверю. Всех врагов победила богатырская сила! Сила. Читаем, ребята. Сила! Молодцы! Сила! Леса темного краса, плутовка рыжая. Лиса! Эл. И. Получилось слово правое. Белый чист, знаком любому бумажный лист. Э, ли, ли, эл, ли, лист. Слово какое получили? Лист. Али-Баба, злая карга,
с детства известная баба Ива! Thank you.
отдохните, а сюда мне нужно 4 папы. Теперь они потрудятся. Папа! А я буду вам задавать вопросы, а вы будете ответы мне показывать. Вы готовы? Бывает рыбой, а бывает инструментом. Дерево, из цветов которого заваривают чай. Сережка и принялся подруга. Угадайте, что будет?
так большого ума не надо. Я так подумала, посмотрела, ну и думаю, что ваши дети не готовы еще к школе. Еще годик под моим чутким руководством, и дети будут готовы, как солдаты. Нет, вы нам не подходите. Что значит не подходите? Вы нам не подходите. Что значит не подходите? Что это такое? Я буду жаловаться в вышестоящие органы. Это ваше право. Я пойду в управление образования. Это ваше право. Как это меня и не взять в этот детский сад? Я не знаю. Пошли, Александра. Пластинка крутится у нас, что впереди нас ждет сейчас. Как-то растеряга наш решил пойти в первый класс. Рубаху новую надел, причесался, поглядел. Все, готово, можно в школу, мне уже сейчас идти. Нужен мне там только галстук. Где же мне его найти? Ой, где же мы эти галстуки, Стеляна? Пока возьмем у директора. Можно? Можно, пока. Все, готовься. В школе двери открывайте. Ученикам красивого поскорее встречайте. В школу он скорее спешит. Танцует, пляшет, веселится. Учитель строго поглядел и сказал: который час? Вы порядком опоздали и портфель с собой не взяли. Как вы будете учиться, писать, читать, трудиться? Мы стиляги очень любим не считать, а веселиться. Мы без танцев жить не можем и не нужно нам учиться. Мы танцуем весело с самого утра. Мы самая счастливая детвора.
мама, почему они рядом? Вот идет стиляга наш и не понимает, почему к директору сразу вызывают. Он заходит в кабинет, рядом мамы, папы нет. Видит, дело худо, слышит. Это что еще за чудо? В школу вы зачем пришли? Что с собой принесли? Ничего, начальник школы. Что ты можешь, школа зола? Ведь учение – это свет. Знаешь, что у нас в наше время без науки счастья нет? Вот прочитаем вот это слово. Ля-ля-ля, и все готово. Да, дело не годится, в школе надо поучиться. Движется вперед наука, отставать никак нельзя. Все, согласен, убедили вы меня, уговорили, в школу с вами я пойду и что нужно изучу. Педагогов уважайте. Языки учите дружно. В жизни это очень нужно. Ногу со временем шагайте. Никогда не отставайте. Будем, будем все учиться. И не станем мы лениться. Пластинку только заведем и сразу в школу попадем. Госпожа, не волнуйтесь вы так. Госпожа, мы, кажется, снова очутились с вами в саду Детсландия. Ой, а судя по нарядам, посмотрите. Ой, как... Это бывшие дошколята. Да. Ой, ребятки, мои драгоценные двоечки, работать. Ой, нет. Ой, опять работать. Нет, неохота. Ну что же делать? В моей стране леник. Ну только вы да я. Нам нужно привлекать к нам народ. Вот бывшие дошколята, давайте мы их заманим в нашу ленивую страну. Для работы. За работу. Так, ну только давайте вас так узнаем. Давайте, маскируйте, сидите. Дошколятки. Вас хорошие оценки ждут. В страну школу зовут. Ребята, какую же они на страну приглашают? Как вы думаете? В страну Ленин. Да нет же. Они же такая страна. Школу? Нет. Они Ленин. Что вы, ребята? Что же вы нам можете предложить? Моя страна Лень. Я вас приглашаю. Все в ней так тихо. Так хорошо, так благополучно, ничего делать не нужно. Ой, а какие там вкусные вещи сладкие, пирожные, мороженые, конфетки. Ой, и ничего, самое главное, делать не нужно. Вот вам подушки под ваши маленькие ушки. Эту я для себя оставлю. Вот вам подушки под ваши милые маленькие ушки. Разбираюсь.
Вспоминайте, как вас учили бороться с ленью в детском саду. Ну-ка, давайте рассказывайте. Давайте отдадим все подушки, не нужны они нам. Рассказывайте, как нас учили в саду бороться с ленью? Да! Кто нам расскажет? Ну-ка, рассказали, мы еще громко. Аминь. Руками на лень портит. Аминь. Я работаю там густо, а в ленивом доме пусто. Таких оскорблений я еще ни разу не слыхала. И ребята, мне нужна, поняла? Поэтому забудь к нам дорогу и отправляйся к себе в страну лени. Да а наши ребята самые послушные, и умные и трудолюбивые. А что вы в этой школе найдете? Ну что там такого интересного? Знаешь, нашим детям обязательно надо получать знания. Да. Они хотят попасть в школу, правильно? Да! Ребята, возьмите нас с собой, пожалуйста. Мы так хотим в школу. Да кто же вы такие на самом деле? Ребята, кто это? Красные гуси. Ваше будущее. Вы что, не узнали? Мы самая лучшая оценка. Самая лучшая оценка в школе. Они странные, посмотрите, настоящие школьные классы. Огромные. Огромные. Первоклассникам нужно вообще тележку. Столько они много интересного и полезного берут. Ну да, на самом деле. Давай сейчас посмотрим. Ну давайте, хотите положить, ребята. Что же они там предлагают нам в рюкзак положить? Хотим посмотреть? Да. Ну показывайте. Нам очень интересно. Очень все полезно. Давайте проверим, ребят. Обязательно для первого класса нам нужно носить с собой подушечку. Тогда секретный предмет. Вот даже не скажет никто здесь нет. Автомат? Если бы. Но автомат, наверное, пригодится для 11 класса. А мы только туда идем. Подождите. Без этого предмета не обходится ни один первоклассник. Нет! Да-да-да! И родители додумают, что это в целях безопасности. А это вот так под партой на уроках играть. Ребята, в школе будут отличниками и получать лишь только хорошие оценки, правда? Да!
отлично знаю. А поехали мы в другую страну. Ну что же, да, но это пока. Это пока. Может, кто-то и будет приезжать. Может быть. Тихо. А для взрослых у нас санек. Добрым родителям урок. До свидания. Что-то там приготовили, наверное, да? О, сейчас, произошла история недавно или давно. История занятная, таких полным-полно. Но может эту сказочку расскажем в другой раз? Нет, мы хотим сегодня. Никто в тему постарается. Передо мной игрушек куча, но всем уже давным-давно известно, что мне одной играть для вот. Ку-ку, возьми трубочку. Это я, твоя мама Люда. Хочу помочь с тобой о чем-то важном. Здравствуй, Любочка, подружка. Давно мне не звонил. Может быть, ко мне ты в гости на минутку забежишь? Много дела? Да, немало. У домашних у хлопот. Надо ужин приготовить, постирать, сварить компот. Мама, мама, скучно мне играть. Можешь сказку почитать? Подожди, ты не буди, лучше к папе подойди. Что ты, кофточку купила? Говорит, красивый цвет, рюши, бантики, оборки. Замечательно, слов нет. Да каблук такой высокий, сможешь ты его носить? Я бы тоже бы хотела эти туфельки купить. Мама, мама, скучно мне стоять. Может, нам с тобой вместе в куклы поиграть? Так, мне некогда, дочурка. Побежала я стирать. Он сидит на кресле, папа, попроси его играть. Нарисовать или катер в ванной будем запускать. Скажешь,
что же, мне сегодня в институте надо быть. Скоро лекция начнется, мне пора уже ходить. А вчера знакомый Вовка пригласил меня в кино. Ни минуточки свободны, все расписано давно. Мама, папа и сестренка, встретьте вы ребенка, порисуйте, почитайте, в куклы с ней поиграйте. Подрастет малышка, может, нам когда-нибудь поможет. Каждый день в саду с ребятами играли, и от скуки мы нисколько не страдали. Поезд, прятки, догонялки и пятнашки, а сегодня поиграем в обнимашки. Подружились вы, ребята дорогие, и друг другу стали будто бы родные. Мы обнимемся минуты расставания, попрощаемся с друзьями, до свидания.
стиляги, модные такие. Сегодня славно зажигали, родители не отставали. Вы танцевали рок-н-ролл, наполнив искрами танцпол, и показали яркий твист, похожий каждый тут артист. Ой, ребята, что же случилось? Пластинка наша быстро-быстро закрутилась. Ну-ка, время погоди, птицы в небо улети. Становилось, будто услышала музыку прощальной песни. Сегодня у вас выпускной, вы прощаетесь с детским садом.
Осенью дети пойдут в первый класс, станут первоклассниками. Я вам желаю успехов, новых начинаний, новых знаний получения. А вам, дорогие родители, я желаю терпения и крепких нервов. Спасибо. И хочу вручить детям их первый диплом об окончании детского сада. Итак, диплом вручается Захаровой Арише. Диплом вручается Некрасову Максиму. Диплом вручается Кристинской Алисе. Диплом вручается Пешку Дмитрию. Приглашаем для вручения диплома сам до свидания. Приглашаем Ключнику Амину. Амина, Бабоева Амаль. Именно. Вот так похоже. Эм, пойдем, моя дорогая. Хочет. А вот я. Вот так.
сейчас. За то, что вы лучшие и самые на свете, вам аплодисменты дарят ваши дети. Мы будем здесь вручать вам грамоты. Да. Семья Антоновых, прошу. Благодарность родителям вручается Антоновым, Зое Николаевне, Дмитрию Сергеевичу за то, что вы на просьбу откликались и в каждом деле помогать старались. За ваше время, важное, вклад и силы от всей души огромное спасибо! Вручаете Бабаяну Четуру Александровичу и Муга Елене Владимировне. Бабоеву Сарин, Сосибовичу и Бабоевой Лайле Хасановне. Большие вот Дарье Александровне и Илье Андреевичу. Дмитриенко Елизавета Борисовна, Андрей. Ключникова Татьяна.
которые были как палочка-выручалочка. Я думаю, на меня никто не обидится. Я грамота вручается семье Дмитриенко. Спасибо.